Новости Богородского района. Богородская43.ру. 3 июня у районной доски почета, что находится рядом с администрацией, было многолюдно. Здесь прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов районного конкурса талантливой молодежи школ Богородского района. Награждали учеников Ашланской средней школы. В церемонии награждения приняли участие глава Богородского муниципального округа Александр Стегаев, директор Ашланской школы Владимир Зашихин, выпускники и их родители. Дорогие наши дети, от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами. Горжусь вам. Очень люблю и очень жалею, что мы с вами расстаемся. Я желаю вам, ребята, счастья, любви и мира на земле, успехов на едином государственном экзамене, и чтобы все вы, выпускники 11 класса, поступили в вузы туда, куда запланировали. Мои планы на будущее – это сдать экзамены и успешно поступить в Вятский государственный университет на строительный факультет. Я планирую сдать экзамены так хорошо, как смогу, и поступить в ВятГУ. В моих планах получить аттестат в 9 классе и перейти в 10 класс и учиться на отлично. В моих планах сдать экзамены и поступить в Высшую космическую академию имени Можайского. В моих планах сдать хорошие экзамены и поступить в Вятский государственный университет на географа.